В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базовлук. Вітаю в гостях студії президента Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Олега Геннадійовича Рошкевича, віце-президента з питань регіонального розвитку Південного регіону Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Сергія Семеновича Самойленка. Здравствуйте. А також керівника Одеського обласного відокремленого осередку Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Ірину Дмитрівну Молоденко. Вітаю вас, пане Ірино. Сьогодні будемо говорити в цілому про розвиток змішаних єдиноборств ММА як в Україні, так і в Одеському регіоні. Також підписання, вже підписаний меморандум між Національним університетом Одеська юридична академія та Національною федерацією змішаних єдиноборств ММА України. Тож, розпочнемо саме з меморандуму. Розкажіть основні цілі цього меморандуму та які плани на подальшу співпрацю. Ну, меморандум определяет стороны взаимодействия между федерацией и университетом. Я надеюсь, в ближайшее время организуется спортивная секция, в которой будут подготовлены тренера вести занятия. Ну и, соответственно, они будут привлекать студентов, ну и других ребят, которые живут рядом, допустим, например, да, для занятия этим видом спорта. Вот вы же знаете, что ММА на сегодняшний день – это самый, наверное, динамичный, самый популярный вид единоборств. Поэтому, думаю, за счет этой внешней стороны и за счет того, что такая большая и приспособленная спортивная база в университете, это будет очень хорошо выглядеть и очень большой импульс для развития університету в плані розвитку єдиноборств. Дякую, Ірина Дмитрівна. Питання до вас. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливо сьогодні прищеплювати молоді оцю любов до спорту та, на вашу думку, як це роблять саме в Національному університеті Одеська юридична академія? Вы знаете, если говорить о том, насколько активно развивается Национальная Одесская юридическая академия в развитии спорта, то это огромный пример для большинства вообще учебных заведений всей Украины, как нужно поддерживать спорт, как нужно развивать, насколько качественно его нужно развивать, какие нужно строить спортивные площадки, какие в них должны быть даже самые мелкие детали продуманы. Это я говорю о раздевалках, которые необходимы для спортсменов, о тех же самых местах, где бы они могли отдохнуть перед тем, как пойти на тренировку, перед тем, как пойти, может быть, на турнир. Здесь все продумано, четкий план, причем может проводить там, к примеру, турнир, либо проводить какие-то соревнования, проводить тренировку. Почти любой вид спорта приспособлено для всего. И хорошо, что в Одессе наконец-то есть качественные, высокого уровня площадки, чтобы проводить турниры по смешанным единоборствам ММА. У нас есть своя огромная специфика. Это мы проводим турниры с так называемым октагоном, восьмиугольником. И его, для него нужно огромное помещение, для него нужна высота и нужна возможность того, чтобы его можно было там собрать. Это все-таки железная огромная конструкция. И уже не впервые сталкиваемся с тем, что большинство площадок Одесской юридической академии может легко нам предоставить эту возможность. Сергію Семеновичу можемо зараз проанонсувати вже завтра, 22, а також 23 травня на базі спорткомплексу Одеської юракадемії вперше відбудеться чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів. Розкажіть взагалі про чемпіонат, який відбудеться вже завтра, а також які спортсмени з яких регіонів України приїдуть до Одеси? Да, завтра открытие. Дети приедут со всех регионов Украины. У нас, к сожалению, только одна область не смогла приехать, потому что в красной зоне. А так приедет. Все время информация обновляется. Последняя она была около 1000 человек. Вот час назад, да, у нас была информация почти 600 человек. То есть дети еще едут. Я думаю, турнир это будет самый крупный турнир за последние годы. Среди детей очень много детей будет выступать. Ждем от них ярких побед. Вот. І чемпіонів. Ірина Дмитрівна, наскільки в сьогоднішніх реаліях розвинено напрям змішаних єдиноборств ММА саме в Одеському регіоні?
В Одесском регионе достаточно квалифицированных тренеров и спортивных клубов, которые могут растить чемпионов, которые могут растить тех спортсменов, которые поднимут не только рейтинг Украины, но и на международной арене покажут достойный уровень. В 2019 году у нас проходил чемпион мира по ММА в Италии, и Одесскую область представляла несколько спортсменов. И у нас в Одессе есть два чемпиона мира по смешанным единоборствам ММА и бронзовый призер мира по смешанным единоборствам ММА. Мы ими безумно гордимся, радуемся, что они растут. Завтра они также будут участвовать. И в этом году, надеюсь, тоже поедут показать свой уровень на чемпионате мира. И вообще скажу, что сегодня завтра мы проводим турнир среди детей 10-17 лет, и многие из них это уже то будущее поколение, которое ведет нас к взрослому спорту. То есть еще чуть-чуть, и они уже перейдут вот планку вот этого детства. Они уже будут понимать, что им однозначно нужно поступать куда-то, получать образование. И очень хочется, чтобы, когда они все-таки определились, куда они хотят, поступили, то место их обучения помогало им не терять свои возможности в спорте, становиться еще сильнее и показывать на всю страну всю силу и мощь Федерации смешанных единоборств ММА Украины. Чи ми можемо вже сьогодні сказати, що от Одеса стала таким майданчиком проведення великої кількості міжнародних всеукраїнських чемпіонатів, тобто таким центром спорту України, на вашу думку? Ну, я думаю, что сегодняшний меморандум, да, и сегодняшний форум, сегодня мероприятие, открытие мероприятия по смешным единоборствам, чемпионат Украины среди детей и юношей, это вот большой толчок и начало большого пути. Не так много областей, в которых эти мероприятия проходили. А в связи с тем, что в прошлом году из-за карантинных мероприятий все чемпионаты были прекращены, то в этом году очень большой наплыв. Все хотят наконец-то себя проявить. Вот Сергей сказал, что порядка 1000 заявок подано на участие. То есть даже вот организаторы добавили еще одну площадку для того, чтобы успеть провести во всех разделах, во всех возрастах своевременно мероприятие. И Одесса вот на сегодняшний день, мне кажется, как раз и центр привлечения внимания. Солнце, свежий воздух, улыбчивые лица. И спортсмены наши, естественно, видя это все, ну, понесут домой весь этот заряд и будут рассказывать, как хорошо здесь. И в следующий раз, наверное, будут инициировать тоже, говорить, давайте поедем в Одессу, там проведем какое-то большое мероприятие. На вашу думку, взагалі, чи популярно сьогодні в Україні ось такий вид напрямку, вид спорту, як змішані єдиноборства ММА, чи, ну, за вашими переконаннями, чи готові батьки віддавати своїх дітей на такий доволі жорстокий вид спорту? Чи, можливо, ви мене виправите і скажете, не жорстокий, а навпаки? Не жорстокий, а жорсткий вид спорту. Я вам скажу, что среди детей и юношей нет такого количества разных приемов, да, которые используют взрослые. Да? То есть там есть ограничения по возрастам. Поэтому бояться родителям совершенно не нужно. Там все в рамках правил, утвержденных министерством. Там на наших мероприятиях, ну, практически никогда не бывает ни травм, ни каких-то таких событий, которые бы действительно омрачали эти чемпионаты. Всем рекомендую заниматься. Это ничем не хуже, чем борьба, чем бокс, чем кикбоксинг. Это как раз смешанный единоборство. Да? Здесь все вместе. Человек развивается гармонично. Если каждый вид спорта он специфически развивает, да, спортсмена, то смешанное единоборство оно очень гармонично развивает. То есть всю атлетическую способность организма, да, можно гармонично воспитать именно этим видом спорта. Поэтому он и популярный. На сегодняшний день в мире, наверное, вот количество ивентов, проводимых среди единоборств, я думаю, все вместе взятые, наверное, не будут равны количеству ивентов, проводимых смешанными единоборствами.
И дополню, наверное, что Украина не последнее место занимает среди федераций в мире. Молодежная детская и юношеская команда заняла второе место в Италии, а взрослые ребята заняли четвертое место. А чи можете ви відзначити? Среди 101 федерації в мірі. Чи можете ви відзначити якісь вже країни, на вашу думку, які досить розвинені саме в цьому напрямці, та на кого Україні можна вже рівнятись? Чи все ж таки ми перші? Давайте ми будемо страна. Знаєте, на самом деле, відфорто дуже молодой, и поэтому ориентироваться на кого-то, я думаю, что это рано еще начинать. Да? Во-первых, объединение федераций в мире, да, произошло совсем недавно. Это было 2 года назад всего. В Бахрейне подписали 2 самые крупные федерации договор об объединении. И только сейчас начинают выкристаллизовываться лидеры. Да? Я вот сказал, что мы одни из лидеров, мы входим тоже в ту когорту трех-пяти команд, которые постоянно присутствуют и которые показывают большой, высокий результат. Но с каждым годом конкуренция увеличивается. И поэтому сегодня акцентировать внимание на каких-то странах рано. Спорт очень молодой, и в нем постоянно идет динамика. Дякую вам за таку повноцінну відповідь. Сергію Семеновичу, питання до вас. Розкажіть, будь ласка, про подальші плани розвитку федерації, а саме проведення світових чемпіонатів з ММА. Ну, Україна, після того, як ми проведемо турнір по Україні, по молодіжі, в такому кількості ще дітей, звісно, це буде відбір, такий тяжкий відбір на чемпіонати Європи і світу. Вот, чемпионат мира будет проводиться в Болгарии в августе месяце. И туда же вот, ребята, которые победят и поедут соревноваться. Вот, ну, дополнить хотел слова Олега Геннадьевича по поводу там, детей. Ну, все-таки любой спорт – это правило. Правило, выполнение правил – это дисциплина. Даже сказать, вот мы на турнире собрали сегодня 1000 детей, да, эти 1000 детей проводят время в спортзалах. Ну, они где-то там на улице. Это уже такая победа. А если эти мальчишки еще сделают карьеру в спорте, станут чемпионами Европы, мира, принесут там университету, федерации, нашей стране медали, это уже, ну, немаловажно. То есть, ну, наверное, это самое главное, одно из самых главных вещей. Так, я знаю, що буде 3 чемпіонати, це юніори. Можливо, ви мені підкажете, що, хто ще буде брати участь? Здесь будет возрастная категория, это дети от 12 до, ну, включительно 16-17 лет. Они будут разделены на весовые категории и возрастные. Ну, там много очень разделов, и не буду углубляться в это. То есть конкурентная среда будет достаточно плотная. То есть там не будет больших различий в весе, в возрасте. Это будут все дети в одной когорте, грубо говоря, так. То есть там достаточно все четко структурировано. И судейство нашей федерации оценено на самом высоком уровне мировой федерации. Мы специально приглашали главного специалиста, офишала в мире, это Марк Годдард, который дал нашей федерации самую высокую оценку в мире как одной из лучших федераций, у которой поставлено судейство. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Бажаю перемог вам, також нашим спортсменам, щоб всі плани були здійснені. Нагадую, що гостями студії були президент Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Олег Геннадійович Рошкевич, віце-президент з питань регіонального розвитку Південного регіону Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України Сергій Семенович Самойленко, а також керівник Одеського обласного відокремленого осередку Національної федерації змішаних єдиноборств. Вітаю вас, дякую вам всім за сьогоднішній ефір. В студії працював Василь Вазавлук. Будьте здорові та залишайтесь репортером.